Всем привет! В этом видео я расскажу, что произошло с турбокомпрессором экскаватора-погрузчика Volvo BL71B, какие последствия это за собой повлекло, как происходил ремонт и так далее. Как всегда, расскажу все в деталях, подробно и по порядку. Итак, поехали! И пользуясь случаем, хочу сообщить важную информацию. В связи с геополитическими событиями, а также из-за санкций против нашей страны, платформа YouTube решила внести свой вклад, лишив блогеров дополнительного заработка. К тому же постоянно сообщается, что платформа YouTube перестает работать в нашей стране. Ну, в общем, это не так страшно. Если хочет уйти, пусть уходит, вслед за Макдональдсом. А пугать нас этим не нужно. Так вот, в связи с этим я создал каналы на наших отечественных площадках Яндекс.Дзен и Рутуб. И занимаюсь развитием каналов. Возможно, эти платформы еще далеки от идеала, но думаю, со временем все наладится. А вы, мои дорогие зрители, сейчас можете мне помочь в развитии каналов, просто пройдя по ссылкам и подписавшись на каналы. Ссылки на каналы я оставлю в описании под видео, а также ссылки сейчас показаны в верхнем правом углу экрана. Для новых зрителей скажу, что экскаватор-погрузчик 2014 года выпуска. На момент ремонта наработок составлял 14 тысяч мод-часов. Итак, однажды при наработке экскаватор-погрузчика около 13 тысяч мод-часов я обнаружил на соединении нагнетающего патрубка турбины и впускного коллектора двигателя небольшие подтеки моторного масла. К слову скажу, что на этот момент был небольшой перепробег по проведению технического обслуживания. Обычно я стараюсь выполнять ТО каждые 500 мод-часов 500-е и каждые 1000, соответственно, 1000-е ТО. А в этот раз так получилось, что было много работы и не получилось заменить масло и фильтр в двигателе. Переработка составляла в районе 100 мод-часов. А я из практики знаю, что моторное масло сохраняет свои свойства до 500 мод-часов, а дальше становится очень жидким и начинают подтекать подизношенные сальники и уплотнения. И тогда я эти подтеки списал на жидкое масло. И действительно, после замены моторного масла подтеки прекратились. Опять же замечу, что расхода моторного масла двигателем не было. И как бы после этого случая все стало нормально. Но вот, при наработке к 14 тысячам мод-часов снова появились небольшие подтеки. И снова, когда подходило время для замены масла. И тогда стало очевидным, что не стоит себя успокаивать и тянуть с ремонтом, а нужно приступить к нему как можно скорее. Для тех, кто не знает, расскажу, какие последствия может принести подтекающая во впускной коллектор турбина. Во-первых, такая турбина может израсходовать масло из двигателя путем сжигания его в цилиндрах. Конечно, при этом будет сильно дымить выхлопные газы. Но если это не заметить по каким-то причинам, то можно встрять на дорогостоящий ремонт двигателя. Под словом «дорогостоящий» я имею в виду, ну прям пипец какой дорогой. Во-вторых, возможно такое явление, как попадание двигателя в разнос. Опять же поясню для тех, кто не в курсе. При попадании моторного масла во впускной коллектор в большом количестве приводит к неконтролируемому повышению оборотов двигателя, так как моторное масло, попав в цилиндр, сгорает так же, как дизельное топливо. Это сравнимо, как будто нажали педаль газа в пол. Почему неконтролируемое? Потому что в этой ситуации не получится просто так заглушить двигатель. Его можно только задушить, перекрыв подачу воздуха, а это процесс не быстрый. Пока снимешь воздушный фильтр, пока заткнешь заборную трубу, в общем, лучше до этого не доводить. А приводит это, так же как и в первом случае, к очень дорогому ремонту. В-третьих, при попадании моторного масла в цилиндры
Бывают случаи, когда повреждаются поршня, форсунки, клапана. Опять же, появляется нагар, который препятствует нормальной работе клапанов. И еще много последствий. Перечислять все нет смысла. Единственное правильное решение в случае обнаружения подтеков масла с турбины – как можно раньше устранить эту проблему. Так вот, я встал на ремонт. Вот так двигатель запускался до ремонта. Утром при температуре в минус 15 градусов. Вот двигатель незапущенный, да? Включаем зажигание. Я просто хочу продемонстрировать, какие тут могут быть нахрен клапана. Ждем подогрев. Все, двигатель завелся зимой. Двигатель запустился с полоборота. Запомните эту информацию, к ней мы еще вернемся. Я демонтировал корпус воздушного фильтра, открутил хомуты воздушного патрубка и демонтировал его. Открутил подводящую масляную трубку сверху турбины. При этом нужно не потерять два медных кольца. Также открутил отводящую масляную трубку снизу турбины. Там паронитовая прокладка. Трубки от блока не откручивал, просто отвел немного в сторону. Далее открутил патрубок выхлопной системы от турбины. Там 4 гайки, немного закисли, но ВД-40 помог быстро. И открутил 4 гайки, крепящие турбину к выпускному коллектору. Там установлены латунные гайки, с ними проблем не было. Вместе соединения нагнетающего патрубка турбины и впускного коллектора установлено резиновое кольцо. Патрубок плотно установлен на трубу коллектора. Ничем другим не крепится. Теперь демонтировал турбокомпрессор. Весит он, конечно, немало, а именно 11 кг. Раза в 2 тяжелее, например, турбины от GCB-30X. В местах соединения турбины и выхлопной системы, а также соединения турбины и выпускного коллектора, установлены медные прокладки. Итак, демонтировав турбину, естественно, я не увидел ничего необычного. Все чисто, даже масляных пятен почти не было. Видимо, вовремя приступил к ремонту. Отдельная благодарность конструкторам двигателя, так как именно в стыке двух патрубков появляются масляные подтеки, и имеется возможность на ранних стадиях заметить данную неисправность. Перед ремонтом мы выяснили, что у нас установлена турбина BorgWarner фирмы Schwitzer. На турбине имеется логотип фирмы, номер и шильдик, правда он закрашен и не читаем. Так вот, мы решили выяснить, сколько данная турбина будет стоить новая у официального дилера. Вы сидите? 190 тысяч рублей. И это до падения рубля и санкций. Такая турбина, восстановленная у поставщика, стоила 70 тысяч рублей. Китайские варианты даже не рассматривались. Проанализировав эту информацию, мы решили отремонтировать нашу турбину. Так вот, теперь предстояло отправить турбину в мастерскую, где заранее уже была договоренность на ремонт. Но находится она в другом городе. В ремонте турбина находилась 4 дня. Но уже на второй день специалисты мастерской сообщили нам возможные причины выхода из строя турбокомпрессора. По их заверению, данная неисправность могла произойти из-за некорректной работы топливных форсунок. Якобы при неправильной работе форсунок происходит перегрев турбокомпрессора, так как догорание топлива происходит не в камере сгорания, а уже на пути к выпускной турбине. Они посоветовали проверить форсунки. Я, конечно, удивился, так как двигатель работал исключительно хорошо. Никаких нареканий по работе двигателя не было.
Расход топлива был в норме. Запуск двигателя происходил легко, практически в любые морозы. Замечу, с аккумуляторами, которым уже 8 лет. Помните отрывок видео в начале? Я еще говорил, что мы к нему вернемся. Двигатель запустился с полоборота. И так как я по образованию механик, я понимаю, что если форсунки бы работали неправильно, то и запуск в мороз был бы затрудненный. Расход повышенный. Была бы нестабильная работа двигателя как минимум. Но ничего этого не было. Но двигатель отработал 14 тысяч мод-часов, и за этот период ни разу форсунки даже не откручивались. Поэтому мы подумали, что снять форсунки и проверить их на стенде лишним не будет. Хотя бы для успокоения души. Тем более, пока турбина находилась в ремонте, время свободно было. Так и сделал. Приступил к демонтажу форсунок. Процесс несложный, но на всякий случай пробегусь по операциям. Так как корпус фильтра уже был снят, область работы сверху была свободна. Открутил штуцеры от корпуса ручной подкачки топлива. Открутил два болта крепления кронштейна корпуса ручной подкачки от рамы. И подкачку вместе с фильтром грубой очистки топлива демонтировал. Это нужно было для обеспечения доступа к форсункам 3 и 4 цилиндров. Затем открутил провода питания свечей накаливания. Открутил кожух и демонтировал его. Теперь для меня открылся удобный доступ ко всем форсункам двигателя. Для начала, перед извлечением форсунок, я почистил область вокруг них. Продул ветродуем, для того, чтобы избавиться от пыли. Затем, начиная с первого цилиндра, начал откручивать топливные трубки от топливных насосов. После чего открутил болт прижимной скобы форсунки, извлек скобу. Так как у двигателя Deutz, или как написано на двигателе D5D, не совсем удобное расположение форсунок. Они устанавливаются плотно в колодце на 3 четверти. И естественно немного прикипели к стенкам колодцев, так как ни разу не откручивались. Я установил рожковый ключ в то место, куда устанавливается прижимная скоба форсунки, и немного покрутил форсунку, для того, чтобы процесс извлечения был легче. Топливную трубку от форсунки откручивать не стал, а топливный насос закрыл целлофаном, чтобы не насорить в него пыли. После чего, покручивая, достал форсунку. Осмотрев распылитель, я обнаружил небольшой нагар, но отверстия были чистыми. Я отметил на форсунке и трубке порядковый номер и приступил к демонтажу следующей форсунки. Таким же образом я произвел извлечение всех остальных форсунок. Правда, в третьем цилиндре форсунка немного упиралась и не хотела извлекаться. Прикипела к колодцу. Мне помогла ВД-40. Все штуцеры топливных насосов я запечатал пленкой от попадания пыли и влаги. Все форсунки и топливные трубки были пронумерованы. Я открутил трубки. Все распылители на всех форсунках визуально были в одинаково удовлетворительном состоянии. Данные форсунки простейшей конструкции, что им только в плюс. Они механические. Производитель Bosch, Бразилия. Давление открытия форсунки 220 бар. Мы отправили их на диагностику к специалисту по топливному оборудованию. Топливные трубки я открутил, чтобы топливщик не повредил их, и конусы и конструкция остались прежними. Мастер проверил форсунки на стенде, на давление открытия, объем и качество распыления.
Давление открытия составляло 180 бар вместо 220. Распыл был не идеальным, но и не критичным. По результатам проверки топливщик посоветовал заменить распылители на всех четырех форсунках, что мы и сделали. Заказали оригинальные распылители, и мастер их заменил. К тому времени из ремонта прибыла турбина. Установил турбокомпрессор в обратной последовательности. Ни медные колечки, ни медные прокладки, ни паранитовую прокладку не менял. Все было в хорошем состоянии. Шпильки выпускного коллектора и турбины побрызгал медной смазкой. Установил турбину и закрутил все гайки. Так как все форсунки были демонтированы, мы решили попутно замерить компрессию в цилиндрах, чтобы иметь представление о состоянии деталей КШМ и ГРМ. Специально для этого случая был приобретен компрессометр для дизельного двигателя. Данный компрессометр предусмотрен для двигателей МАЗ-КАМАЗ. Фирму производителя рекламировать не буду, так как этот компрессометр полный. Мне пришлось в нем многое переделать. А также для измерения компрессии у данного двигателя пришлось изготовить переходник. Так как свечи накаливания расположены очень близко к форсункам, то переходник для измерения через отверстие свечей не получится применить. Поэтому мы изготовили переходник, устанавливаемый вместо форсунок. У токаря заказали деталь, все размеры снимали с форсунки. По центру сквозное отверстие, а в верхней части переходника резьба для штуцера быстросъема. Получился вот такой переходник. Заодно, пока сняты форсунки, я хотел осмотреть цилиндры при помощи эндоскопа. Но, к сожалению, даже 5-миллиметровый эндоскоп не смог проникнуть в отверстие для распылителей. Перед установкой переходника я очистил колодцы от пыли, чтобы она не попала в двигатель. Я это сделал так. Наконец электрода намотал виниловую изоленту, добиваясь нужного диаметра. Теперь получившимся инструментом заткнул отверстие для распылителей внизу колодцев. Зубной щеткой почистил стенки колодцев, а после этого сжатым воздухом под большим давлением продул колодцы. На переходник установил старое медное кольцо от форсунки. А чтобы оно не слетало при его установке, я использовал медную смазку. Теперь кольцо надежно прилипало к переходнику. Замер компрессии я начал с первого цилиндра. Установил переходник, подсоединил компрессометр и крутил стартером. За пару-тройку оборотов манометр показал компрессию в первом цилиндре свыше 22 кг на сантиметр квадратный. А исходя из данных таблицы, степень сжатия у данного двигателя 18,5 бар. Значит, компрессия должна быть в районе 20 кг на сантиметр квадратный. Значит, это хороший результат. И можно переходить к замерам в следующем цилиндре. Показывать всю эту процедуру не буду, она идентична. Тем более по ходу измерения приходилось дорабатывать компрессометр. Озвучу компрессию. Во всех четырех цилиндрах компрессия составляла чуть больше 22 кг на сантиметр квадратный.
при кратковременном вращении стартером. А значит, можно со спокойной душой приступать к сборке. Медные кольца для форсунок были приобретены новые. Пришлось приобрести данные кольца у официального дилера, так как другого варианта не нашлось. На форсунке я накрутил одноименные трубки, но не затягивал. Медные кольца также прилепил на медную смазку, чтобы не слетели при установке. Поочередно устанавливал форсунки, прижимные скобы и затягивал болты. Затем убрал пленку с насосов и накручивал гайки топливных трубок. И только после этого затягивал гайки и на форсунке, и на насосе. Весь процесс затяжки выполнял рожковым ключом, хотя и не совсем удобно. Разрезные головки были бы очень кстати. Теперь приступил к обратной сборке всего остального. Процесс прокачивания топлива занял немало времени. И вот пришла пора запускать двигатель. После неудачных пары попыток я на бортовом компьютере увидел, что напряжение сети падает до 8 вольт. Так как трактор стоял несколько дней, к тому же при замере компрессии я крутил стартером, аккумулятор подсел. А стоп-соленоид не втянется при таком напряжении. Я решил подзарядить батарею. Подключив зарядник, я немного зарядил батарейки, и двигатель благополучно запустился. Поработав на разных оборотах, я убедился в отсутствии подсоса воздуха и течь топлива. И на этом ремонт был окончен. Подводя итог, скажу так. Мораль всей басни такова. Первое. ТО нужно проводить не реже указанных периодов. Чаще можно, реже нельзя. Второе. При обнаружении неисправности, как можно скорее ее нужно устранять, не дожидаясь больших проблем. Третье. Даже если в чем-то уверен, не поленись проверить. А вам, мои зрители, желаю удачи. Оцените видео, насколько считаете нужным. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем до скорого. Пока.